Казахстан и Турция снимут сериал о жизни Хаджи Ахмета Яссауи. Для обсуждения совместного проекта казахстанские кинематографисты в ноябре отправятся в Турцию. Об этом стало известно на международной конференции «Новый взгляд на наследие Хаджи Ахмета Яссауи». На симпозиум, организованный Государственным историко-культурным музеем-заповедником Хазрет Султана и Центром изучения исламской истории, искусства и культуры в Турции, приехали ученые из семи стран. Востоковед Умер Туякбаев передал музею заповеднику ранее неизвестную рукопись потомков великого мыслителя. Еще одна объемная работа Яссауи Тамбиху Дали. До сих пор считалось, что она не дошла до наших дней. Однако книга находится у частных лиц. К сожалению, частные коллекции оказались не зоны исследователей. У нас есть более 200 собирателей старины, владеющих ценными раритетами. Однако антиквары опасаются их выставлять. Считаю, пришло время решить эти вопросы.